Ну, вот вчера игра. Ёбаный в рот, что это за хуй? Бляха, муха. У меня что-то пошло по пизде. Что-то слишком сильно пошло по пизде. У меня какие-то FPS, блять, говно всякое. Ща, управление. Срака, срака, срака. Все. Disgrace to the family. Пойду выпрыгну из окна. Что происходит? Боже мой, я не понимаю, что там происходит. Да там какая-то срака просто. Сейчас отображение Ctrl-Shift-R. Нет, говно. А, Ctrl-Shift-N, все, во. А, я когда клавиатуру протер... Бляха-муха. Все, все, отлично. Вот я тоже недоволен, Лен, на самом деле, почему аватарки они одинаковые не поставили. Сразу, как, когда ставят одинаковые аватарки или когда рисуют граффити все вместе, сразу видно сплоченность команды. А, так, не... Везде быть вместе. А, так, класс. Все вроде нормально, только, блять, у меня какого-то хера курсор посреди экрана отображается. Не смотри на стрим, не смотри, там, там срака будет сейчас. Там сейчас лютая срака будет. Так. Пофиг на это. Итак, синяя команда, это команда Манго. Да. У них будет играть Фергус на Макри. Добро будет играть на Торбьерне, Любубка на Мойре. Гарри... Блин, сложно. О, опять пиратский корабль. Класс. Горыныч с ЦСМ будет играть на Ане, Фундучка будет играть на Винстоне. Вопрос. И Спайдер Фит будет играть на Рисе. Что такое? У кого же из них будет голландский штурвал на этом корабле? Да. Вопрос. Вот это мы и узнаем. Так, корабль уже построился, начинают постепенно атаку, ломают щиты. Я не знаю, кто победит, какая турель живая или неживая выиграет в этом противостоянии. Уже сразу отъезжает хозяин неживой турели. Продолжается так. Игра, турель сама ломается. Пиратский корабль движется вполне себе спокойно, не встречая никаких препятствий. Щит Инстона потихонечку падает. Бэби Дива оказалась где-то в спине так, своих противников. Камера Эймен из меня так себе. Да можешь просто смотреть от Бастиона. А, да-да, во, все, геймплей. Так, постепенно пытаются играть как-то вокруг команды защиты, но ничего у них не получается. Отъезжает уже Мойра. Они не торопятся. Постепенно пытаются организовать себе какую-нибудь атаку. Отъезжает Генджи. И первая точка достигнута пиратским кораблем. Никакие волны, штормы и прочее им не грозили. Команда защиты должна как-то обдумать свои действия, построить новую стратегию. Не отъезжать как-то первыми. Интересно, интересно. До сих пор продолжается. Два суппорта команды синих пытаются убить Диву. Извести этого изверга куда-нибудь подальше. Их в это время никто не трогает. И вот только сейчас начали фокусить Мойру команды синих. Отъезжает Макри команды синих от Бастиона в это время на хайграунде. Мойру поймали. Минус Алиса команды синих. Минус Ана, минус Генджи. И в итоге команда защиты выглядит очень разбита. Не знаю почему. Они, ребятам нужно просто сгруппапиться, да. Собраться. У Церберов, кстати, уже по факту готовы. У всех ульты. Осталось только Дива да Ариса. Да. Сложно, сложно будет чем-то ответить. От наличия только нанобуста и ульта Мойры не очень приведет. Димек Дивы команды красных, но они спокойненько доезжают себе до точки. Подрубают ультимейты. Генжи включает ультимейт в команды синий, сразу же погибает от Вайзера команды красных. Довольно странный размен ультами. Так, взяли Джанкрата команды Манго. Будут пытаться проспамливать щиты, играть как-то от этого. Но пока только разваливается у них Дива. Пытаются произвести какую-нибудь атаку на Бастион, Генджи запрыгивает, дефлексит, дышится куда-то в тыл противника. Там, возможно, его заберут, но пока что он выживает. Пытается набилдить себе, видимо, быстрый блейд. Уже 51%, но его забирает Мойра. Поехало колесо. Ставит бонга-бонга команда красных. Колесо ломается Арисой. Бонга от команды синих. Пытаются продавить, но Ариса отъезжает, Дива отъезжает. Мойра также отъезжает. Забущенный Джанкат пытается спасти ситуацию, но вряд ли у него это получится. Мойра команды красных собирается стабилизировать состояние своей команды. А пауэрбуст в кого пошел? А, в Бастиона.
Бастиона. Бастион под бустом просто начинает разваливать все, что видит. Никаких препятствий ему не предоставляют, он просто видит яйцо и ломает лицо. У меня дежавю на самом деле. Прям вчерашний матч. О, колесо фортуны, да. Колесо попробует что-нибудь сделать. Делает минус два колесо. Хорошо, можно еще контестить. Мойра пока еще живет. Придет кто-нибудь на помощь. Анна не успевает. Красивенько. Я не знаю, это каравелла просто проехалась по волнам команды Манго. И ничего. Просит передать привет Зеткану. Привет, Зеткану. Да, боже, блин, как же убрать этот сраный курсор? У меня курсор завис посередине экрана. Горыныч, он. Все-таки я был прав, это Горыныч. Хорошо. Горыныч 2018. Так. Интересно, будет ли команда Манго пытаться повторить такой же практически беспрепятственный пуш на пиратском корабле? Судя по пику, да. Ответом команды Церберы пока еще непонятно, что будут предоставлять. Ну, похоже на дайв. Похоже на что-то, что-то безопасный дайв солдатам. В принципе, ну, да. Можно попробовать. Также берут Мерси. А, ну, ладно. Что-то они там мудрят, Видим все чуть позже. Не знаю, ребят. Напишите в чате, как вам. Вам нравится смотреть за пиратским кораблем? Меня вот укачивает, скажем так. Да, вчера одного хватило. И да, чатик, подскажите, как убрать сраный курсор с экрана. Это меня бесит. А у тебя курсор виндовский? Нет, ингеймовский. У меня такая дичь была, когда играл месяц назад, но я как-то убрал. Постучал по клавиатуре, оно прошло. Можно попробовать выключить хунт. Так, класс. Кнопки я не помню. Так. Начинает свой пуш команда... Команда Манго. Они играют не пиратским кораблем. Вославьте Валаха. Пиратский корабль не будет здесь использоваться. Уже пропушивает. Генжи пытается найти солдат. Они очень долго не замечают. Кстати, синий трейсер у себя в тылах. Очень долго не замечают. Возможно, так было задумано. Дива красных убивает Динета команды атаки. В это время ресается солдат. И у Цербера все в порядке. Они вшестером, они готовы сражаться. Уже близко бомба. Трейсер половина Трейсер, буста. Да, до сих пор тылы так почищает. Очень хорошо сыграла Дива команды синих. Смогла своего оппонента раздемекать, еще и добить. Минус Винстон команды красных. Все на руках у Манго. Манго могут кушать, Манго могут делать. Уже готова ульта Мойры, уже готов Блейд практически. Я думаю, у них не должно быть никаких проблем. Едут себе спокойно. Трейсер первый раз отлетела. Идет Блейд по дому суппортом. Сколько сможет выбить? Минус. Минус 0. Минус Мерси. И Анна добивает этого Генжи под клинком. Шифт от Райнхарда. Так, ну, судя по всему, команда Цербера собрались и спокойненько себе отбиваются. Остались только два танка на точке, пытаются где-то кого-то прощупать и наказать, но приходит красный рипер, и красный рипер наказывает синих толстых ребят. Так, ну что же, у команды синих для атаки есть три ультимейта. Не сказал бы, что они очень могут им помочь, разве что ульта Мойры. Возможно, Дива сможет сделать невероятнейший момент. Это будет очень интересно, но отвечать на это будет нано-бустом и такой же ультой Дивы. Команды потихонечку размахивают. Полетела мека команды красных. Делает минус, пытался Мойра подрубать, но не получилось. Отлетает Генжи от Вайзера. Ставится мека команды синих. Димекает своего оппонента. Хок пытается кого-то зацепить. Улетает этот Райнхард, забущенный в пропасть вместе с Дивой, но Дива выживет, а Райнхард говорит «до свидания». Также пытается что-то сделать солдат на хайграунде. Умирает Мерси команды красных от Винстона. Залезает обратно в мекку Дива команды красных. Убирает Мойра от Рипера, который шастает себе по лоу-граунду, находит своих оппонентов. Дива улетает от Дивы, скорее всего.
я так думаю. Отчаянный, отчаянный Тартанквилл. Команды синих хотят вырвать все-таки 3 на 3. Но прилетает Мерси под Валькирия, и вряд ли у них что-то уже получится, тем более, что у них есть Бэби Дива. Генджи достает клинок, пытается убить Рипера, Рипер уходит в рейф-форму. В это время Винстон прожимает своих танков, танков оппонента точнее. Пытается фокус сместить на Диву на хайграунде, димекует эту самую Диву. Есть у Рипера ультимейт, пошел шаттер, шаттер по двоим. И делают минус Дзен, минус Винстон у команды синих. И солдат просто зачищает вместе с Рипером все оставшееся. Пошла Мойра, ульта Мойры команды синих. Хочет она помочь своей Диве, которая в это время находится под банкой. Пытается выдать какой-нибудь тамак, кого-нибудь убить. Дива демекает, вызывается вайзер команды красных. И он умирает от неожиданного синего шарика. Какая печаль. Так, ну что ж, команда синих. Есть атака, есть атака, есть ультимейты. Пошла та самая ульта Винстона, пытается раскидать, довести, умирает Генджи от пина Райнхарда, делают минус красный Райн, летит Мека, Мека забирает Дзена, Рипер в это время раскручивается, Дива все это съедает, но не видно, не видно шансов для команды Манго. Пытаются они что-то еще сделать, но маленькая Бэби Дива вряд ли способна на такие великие вещи. Прилетает Генджи, добро. Добро, добро, добро достает клинок, но добро покидает, погибает, как и в реальной жизни, нет никакого добра, извините, пожалуйста. Дзен хочет устроить еще больше контеста, прибегает Макри в поддержку к нему, пытается кого-нибудь расстрелять. Но все выглядит очень нерадужно для команды Манго, и Манго проигрывает первую команду, первую карту. А, мне кто-то в ЛС писал, класс. Класс, класс. Да, так, с чё там? Пикчу с картами можно убрать, типа, квази зачерпнуть. Класс, класс. Ну что ж, добро получает 5 лайков. Люди любят добро. Так, теперь надо карту-то переставить на Непал. Следующая карта у нас, насколько я помню, будет Непал. Непал ли? Вроде да. Да, Непал. Первый ход у нас на турнире. Непал, Непал. Довольно интересно посмотреть, что же будут пикать люди. Потому что Котхи — это самое напряженное, там каждый файт важен. Особенно первый. Ну, кто-то, конечно, считает, что первый файт не так важен, привет, Митя. Но на самом деле я бы сказал, что на основе первого файта, в принципе, можно построить следующую атаку, стратегию, прочувствовать какие-нибудь слабые места команды оппонентов. И гораздо продуктивнее провести второй. А если вы первый файт выиграли, то у вас вообще у кого-то замена. А, ну слишком, наверное, поздно инфа от меня, да? Да нет, вон все в порядке. Мега Эпс говорит, что это замена. То есть замену делают команда Церберы. Основа пришла ок. Сейчас вообще по-хорошему... Надо... Неважно, кто сегодня победит, но в наших сердцах останется только Горыныч и мышка в центре экрана. Ну, у всех бывают проблемы, все мы не идеальны. Так, так, Локин накикать. Указаны два... Нет, у Церберов указаны две замены, это Локин и Чарджер Макс. Так что если пришел Локер, или кто пришел, кого менять? Ну, Локина кикнули, а теперь что? Локи накикнули, хорошо. Сейчас посмотрим, кого они приведут сюда. Кто-то любит Ваню. Я уже... Да твою мать опять пишет. Нужно больше манго для синих. Больше манго. Поднимите манго за манго.
Надеюсь, меня прогонят со стрима. Прогонят или не прогонят? С саными тряпками. Наоборот, надеюсь, прогонят. Ну, не надо быть настолько критичным. Я не критичен, я реалист. Хорошо. Получается, заменили на Митяйчика. Сейчас я проверю, есть ли он на самом деле у них в составе. Да, Митяйчик в составе у них есть, так что все у нас... Так, все ready, все настроено. Так, помолимся Господу Богу, чтобы с курсора посредине экрана не было, и жмем начать. Поехали. Вот сейчас я прям хочу увидеть зарубу. Прям по красоте, что было. Ну ё-моё. Так. У тебя все равно в курсе? Да. Срак, дичь просто. Там тебе советовали, типа... Да, я знаю, я так попытался в оконный на весь экран. Ну-ка, все равно это дичь сейчас. Настройки. На, попробую сейчас по фасту через Alt-Enter сделать. Сейчас. Alt-Enter. Alt-Enter. Та-та... Меня прокляли. Это все Лена. Она стопудняк меня сейчас проклинает, сидит. Я не знаю, почему-то Лена написала умнички. Возможно, это жестокий сарказм, а возможно и нет. О, класс, теперь у меня курсор винды стоит. Ну все, ребят, это прогресс, прогресс. Так, команды пикнули своих героев. Уже начинается атака. Постепенно идут. Итак, Слайк 22 будет играть на Люсио, Леголас будет играть на Родхоге, Митяйчик будет играть на Рипере. Горыныч. Это Горыныч? Нет, это не Горыныч. Блин, я не вижу очень маленький шрифт, простите, пожалуйста, будет играть на море. Сигурбо будет играть на Солдате, Мегаевс будет играть на Диве. Страус Колдун. В красной команде Фергус будет играть на Макри, Добро будет играть на Мерси. Лебубка будет играть на море. Горыныч будет стрелять ракетами на Фаре. Фондучка будет играть на Винстоне, и Спайдер Пик будет играть на Диве. Итак, команда синих начинает дайв через мид. Собираются, видимо, сначала занять поинт, а потом удивить об чем-нибудь абонента. В это время хайграунд плотно занимается все эти командой. Да. Дива залетает, пытается кого-то наполкать, получает немножко в лицо. Уступает к точке. Команда синих уже демекает Диву, хороший вариант. И держатся ближе к точке. Они собираются максимально близко держаться друг к другу, чтобы не наделать никаких ошибок. Но уже погибает Дива команды синих. Горыныч начинает настреливать. Очень сильно продамаживает солдата. Солдат бегает, живет Мансит. В это время отваливается лидер команды синих. Единственное, команды красных пытаются потихонечку нащупать поинт. В стан уходит хок команды синих. Уже пошел Хайнун. Хайнун убивает Люсио. Пошла ультамойра от команды красных. Боже мой, очень хорошо, очень быстро стакают ультимейты. Довольно... Надо засекретить точку, надо засекретить. Все карты были на руках. Все должно быть сделано идеально. Пошла ультамойра от команды синих, а также Вайзер. И у них получается вернуть точку себе, точнее удержать. Я пропустил тот момент, когда они успели взять точку. Простите меня, пожалуйста. Но точку они засекрили. Большие молодцы. Так. Получается, синие вот у нас церберы, так ведь? Да, вот. Какой курсор ты сегодня, правильно говорят в чате? У меня сегодня разочарованный курсор. Так, Фарамерс начинает свою поступительную атаку прямо на Макрину, хукается хогом и отлетает сразу же в Фара. Будет ли продолжать свою атаку команда Манго? Пытается нащупать себе еще один фраг, пошел Дедай от Фергуса, ничего не получается, пошли басы от команды синих, разваливается Мека, умирает Мерка команды красных, плотно прожимает танков Рипер команды синих, уже добился Димека, остается только Винстон, поддерживающего море, маленькая девочка, которая бегает, пытается... Она убила, она молодец. Пошел бараш от Горыныча, Горыныч наваливает, Горыныч убивает солдата, но... Митяйчик отвечает по Макри, которого сразу же моментально резают. И команда красных не сдается, пытается бороться за точку. Пошла раскрутка от Рипера. Рипер забирает никого, но в это время погибает Фергус. Мерка Мансит пытается что-то предпринять. Что предпринять она вообще не может. Добро погибает, как всегда. И много-много-много синих игроков. Пошла даже Механ прямо на поинт. Убивает двоих. Поинт, по сути, зачищен. Пошла Меха от команды красных отчаянно. Они пытаются все-таки удержать
хотя бы какие-то секунды эту точку, но им не позволяют. Не надо гусей. Ну... Больше гусей в чат. Что скажешь, как тебе? Понравилось, да. Так активненько. О, сегодня... Теперь я другой курсор. О, класс. Теперь вернулся овервотчевский курсор. Вот я заметил, что на самом деле каждая игра запоминается чем-то особенным. Не знаю. И чем эта игра запомнилась? Курсором. Да, отлично. Эта игра запомнилась мне курсором. Игроки большие молодцы, хорошо показывают курсор. Я на самом деле был удивлен таким быстрым стаком ультов у команды красных, то есть у Манга. Они очень быстро настакали свой Хайнун и ульту Мойры. И, но даже с этим они не смогли взять точку. С обоих сторон есть Хок, хотят кого-нибудь ронять в пропасть. Не выходит на мост. Я заметил фанатов Вархаммера в чатике Твича. Пошел Винстон. Винстон прыгнул, отогнал солдата. Очень-очень аккуратно обе команды действуют. Винстон прыгает в команду синих, пытается вгрызться в солдата, но не получается. В этом ему приходит помогать Макри и забирает ту самую Мойру, но солдат отвечает сразу по фрагу по нему. Винстон красных возвращается на точку, пытается прожать Хога, падает вместе с Люсио, но Люсио возвращается. Ну, Люсио... Люсио еще живет, Люсио карабкается. Не, Люсио сдался, Люсио сдался, все. Люсио сдался. Первая команда красных, единственный персонаж, который близко к точке, и его будут стагерить. Нет, не будут. Кровожадный рипер команды синих с ником Митяйчик не собирается давать ей жить. В это время как бы уже регрупнутая команда красных пыталась что-то предпринять, у них забрали Мерси. Не хотят ребята не ждать ни одной секунды, не хотят регрупиться, хотят давить, траться и показывать нам мега красивое месиво. Так, начинается переспам у команды. В это время команда синих забрасывает меку прямо в команду красных, никого не выбивает. Дива пытается предпринять что-то просто против солдата из Дивы, но ловит Димекс. Солдат подключает свой вайзер. Солдат красных также подключает вайзер, убивает Люсю, отваливается дзен команды красных, отваливается хок команды синих от Дедая. Очень напряженный файт, но преимущество в виде рипера у команды синих прямо на лицо. Вряд ли хок Винстон проживет так долго. Мой распускается прямо в цветок смерти синему риперу. Добирают каких-то либо пришедших, либо пытающихся уйти оппонентов команды красных. Хукнули дзену, говорят ему до свидания, удачи на регруппе. На что команда красных, видимо, не будет отвечать регруппам. Они пытаются сразу с кого-то запушить. Очень хорошая флешка по двоим, но никого не смог убить, к сожалению, Фергус. Хочет кого-то выцепить. Очень-очень страстно. У Леголаса, то есть хога команды красных, есть ультимейт. Единственное, хукнули, он пытался выпрыгнуть, но у него ничего не получилось. Очень активно пушит. Хог команды синих откидывает всех своих оппонентов с точки. Джанкрат пытается что-то сделать. Приходит то самое добро на точку. Но, как мы уже выяснили за сегодня, добро погибает. Зло побеждает вот. Добро. Массовый суицид, но стримить это мы не будем. Это статья. Поздравляем команду Церберов с победой в данной встрече. Церберы победили, потому что их поддерживал мой курсор. Хороший плей от Лисио. Сбросил аж двоих. Смотрите, с оттяжечкой. Второго с оттяжечкой. Yeah.